Точно, красиво получилось. Привет! Привет, мы канал Мисселана, и мы сегодня открываем такой фиксиков пазл. Да, набор фиксики пазл. Угу. Вот такой набор у нас. И там сзади нарисован рубеж. У нас фиксики пазл на холодильник. Да. У нас здесь на картинке будет шпуля. Набор у нас от Влади Тойс. Да. Вот такие фиксики пазл. 20 деталей. Да. Будем открывать, да? Пробуем сейчас открыть. Здесь был фиксик, написано еще внизу на коробке. Не могу открыть. Сейчас попробую я открыть. Давай, открывай. Вау! Там какая-то коробочка. Открывай, показывай, что там у нас внутри. И там. Пазлы, да? Пазлы. У нас должно быть 20 деталей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так как они у нас? Десять. 11, 12, 17, 18, 19, 20. Так как они у нас на холодильник пазлы, они у нас магнитные, да, получается? Они чтоб клеились. Мы, наверное, попробуешь собрать на столе? Пробуешь? А потом попробуем собрать их на холодильник приклеить, да? У нас на картинке должна быть шпуля. Можешь подглядывать на картинку, если хочешь, Элана. Здесь есть картинка на коробке. Если хочешь, можешь подглядывать. Потом пойдем и приклеим ее, да? Да. На холодильник. Каких ты еще героев знаешь? У нас попала сегодня шпуля, а вообще какие фиксики есть? Верта, Симка, Файер, Нолик. Угу. И еще Папус, Мася. Угу. Птичка должна стоять. Пули должен быть. Угу. Это. Сейчас мы ставим. Если вам интересно, поставьте лайк. Не знаю. Вот, правильно. У тебя сложилась картинка почти. Да, у меня почти сложилась. Вот. Ну, значит, вот это у тебя пазл не туда поставила ты, да? Его вниз надо. Вот. Ага, вот.
закончился. Молодец. А вот сейчас конец осталось сделать. Точно. Красиво получилось. Шпуля у нас добрый фиксик. Да. Дружелюбный. Любит шутить, любит друзей, да? Да, она еще любит их. Классно так клеится, да? Да. Я не думала, что она так будет клеиться. Угу. Сейчас. Мне нравится то, что он клеится так классно, да? А мне? И так прям тоже. Понравилось? Шпуля мне нравится больше всего. Она такая яркая-яркая. Добрая, потому что, да? Да. Веселая. Она всем помогает. Шпуля добрый фиксик, такой веселый, да? Да. И... любит своих друзей и помогает своим друзьям, да? Ну, она любит своих подружек. Она всех любит. Угу. Шпуля всегда, если красиво увидит, когда ходит какой-то... Я забыла. Вот, получился у нас. Вот такая картинка у нас получилась на холодильник. Как вот здесь. Как на картинке, да? Да. Молодец, Айлана. Шпуля самая добрая и самая счастливая. Угу, молодец. Классная у нас получилась картинка, да, Айлана? Да. Тебе понравилось собирать пазл? Да. На холодильник? Мне очень понравилось. Шпуля и... ягодки? Там сердечко, что там нарисовано еще? Там сердечко, как будто там конфетки. Или такая... Да, это, скорее всего, конфетки точно, Илана. Или... ты правильно говоришь, там, наверное, конфетки. Я обожаю конфеты. Угу. А вот цветок, а вот какой-то... это, наверное, тоже конфетки, Илана. Такие. Конфетки, печеньки, что ли, там, да? Пряник. Да. И вот это пряничек. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мы с Айлана. Пока-пока. Пока-пока.